В Актау военнослужащим показали фильм «Беркут» – экшен о бойцах отряда специального назначения при Национальной гвардии Республики Казахстан. На показе фильма в кинотеатре «Байтерек» присутствовали руководители взаимодействующих органов и ведомств, ветераны, офицеры военной части 6656, военнослужащие, контрактники и их семьи, а также призывники. В фильме рассказывается история трех друзей-спецназовцев Айбына, Руслана и Кайсара, чья цель – пройти квалификацию и удостоиться крапового берета, символа высшего профессионализма в спецназе. Как было отмечено, фильм имеет военно-патриотическую идеологическую направленность для военнослужащих и сотрудников различных силовых структур, ведомств и граждан, а также пропагандирует имидж Национальной гвардии Республики Казахстан. Сегодня по поручению президента Республики Казахстан проходит большое мероприятие в рамках воспитания молодежи к патриотизму и служению Родине. Мы прибыли для просмотра фильма «Беркут». Этот художественный фильм показывает гражданам нашей страны о патриотизме, трудолюбии и служении стране. На сегодняшний день во всех кинотеатрах Республики Казахстан проходят показы фильма. Поэтому бойцы, офицеры Национальной гвардии, служащие по контракту, массово приходят смотреть данный фильм. Отдельное спасибо воинской части 6656 за такую организацию, возможность посмотреть отечественный фильм «Беркут». Не сомневаюсь, что фильм отснят на высоком уровне, ведь речь фильма идет о элитном отряде Национальной гвардии «Ультулан». Актеры сыграли свою роль на все 100%, все эмоции, все было выражено, все очень четко и ясно, красиво. В этом фильме рассказывается про тяжелую жизнь спецназа, получается, спецотрядом. Элитный отряд даже, не просто спецназ, а элитный отряд. Все тяготы, трудности. А Национальная гвардия, я бы хотел ее отметить в лучшую сторону, потому что научила многому за этот период службы. Сдержанности, отваги, патриотизма к своей стране. И есть много желающих солдат, то есть остаться по контракту, дальше служить в рядах Национальной гвардии.